Лезгинка и русский хоровод на ненецкой сцене. Нарьян-Мар в очередной раз готовится принять творческие коллективы из разных уголков страны. Повод для встречи – традиционный фестиваль «Аргиш Надежды». Он проводится в рамках долгосрочной целевой программы сохранения и развития культуры Ненецкого округа на 2011-2015 годы. Впервые на Нарьян-Марской сцене выступит школа кавказских танцев «Выше гор» из Москвы. Всего же в самом масштабном фестивале свое творчество покажут 150 участников. Это дети и руководители из Ленинградской области, они представят русскую культуру с Коми Республики, с Республики Удмуртия. Сейчас ведем переговоры с Республикой Татарстан. В этом году «Аргиш Надежды» посвятили году ребенка. Для ребят будет организована масштабная выставка детской игрушки. Народные умельцы из разных уголков России покажут не только свои творения, но и проведут мастер-классы. Также зрители смогут увидеть показ детских национальных костюмов «Северная красота». Фестиваль продлится с 24 по 27 сентября.